для меня, как для парня с уровнем супертяжелом весе, не очень тяжелого, мое преимущество – это скорость и передвижение. Поэтому я на этом как раз и акцентирую внимание, вкладываю все свои усилия. Друзья, сегодня у нас тренировка на улице, такой упор на ноги. Вот, и периодически работаю вот с такими замечательными снарядами, грузы на ноги, которые, как мне кажется, способствуют развитию скоростных качеств ног и специальной функциональной выносливости. Можно абсолютно разную работу проводить, как беговую работу, специальную работу и некоторые упражнения, которые я сегодня вам продемонстрирую. Изначальный вес 3 килограмма, но можно вес варьировать, то есть груз весом 600 килограмм одна ступень. В принципе, можно уменьшить там до 2 килограмм 400 грамм, да, и так далее, по 600 грамм ступень. Сейчас покажу работу с таким импровизированным workout степом. Буквально 4 упражнения. И самое главное, что в конце, то есть 4 упражнения мы разделим на 3, возможно, 4 раунда. И в самом конце раунд нужно провести именно без груза, чтобы почувствовать легкость в ногах. Первое упражнение. Смысл такой, что нужно максимально от степа отталкиваться вверх. Взрывная скорость. Силы, вернее. Следующее упражнение, тоже плеометрическое, выпрыгивание на степ, но смысл такой, что пауза должна быть в верхней точке. То есть, если хотим чуть отдохнуть, там полсекунды, пауза обязательно здесь должна. На земле пауз быть не должно, то есть без перерыва. Вот приземлили, сразу взрыв. Следующее упражнение координационное на скоростную работу ног. Перебор. Перебор ногами. Можно с левой ноги, да, можно хоп, поменяли с правой. И заключительное упражнение для специальной выносливости ног. Ребят, как и говорил, в конце нужно сделать то же самое, только обязательно последний раунд заключительный без утяжелителей. Вот, в общем, такую работу провожу как специальную после силовой работы с железом. Там 2-3-4 раунда для того, чтобы разбросать ножки. Да, и в заключение проведем 2 раунда боя с тенью. Как я и говорил, 1 раунд с грузами, 1 раунд без. Для того, чтобы почувствовать увеличение, так скажем, скорости ног. И для этого нужно на максимальной скорости отработать, когда ты работу проделаешь без грузов.